Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Zodi на аппарате Pool Cleaning Simulator, симулятор очистки бассейна. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, давайте взглянем на эту игру. Ну, во-первых, небольшое отступление, мне тут в комментариях просто писали, какой я тупой и не знаю, как правильно произносится название на английском языке. Да, я знаю, что правильно произносить simulator, а не симулятор, я знаю, что правильно произносить blind fate, а не blind fate, но, ребята, мы с вами здесь говорим по-русски, и, соответственно, читаю я название просто для удобства, скажем так, с русским акцентом. Поэтому комментария по типу «ты такой тупой, не знаешь, как правильно читать» я буду просто удалять. Вопрос закрыт. По поводу данной игры. Игра еще в разработке, и поэтому перед нами еще не полноценная версия игры. Это всего лишь демка. В ней еще нет поддержки геймпада, в ней нет возможности даже вообще настроить опции игры. В ней еще нет русского языка. И, возможно, в ней только какой-то маленький, коротенький уровень, просто чтобы показать нам эту игру. Но все равно уже неплохо мы сможем оценить, чего от этой игры ожидать в будущем. Поэтому взглянем на эту игру. Мне, по крайней мере, очень любопытно. Итак, мы получили письмо от Томми. Я бы хотел попросить услуги твоей компании. Весна уже здесь, а мой бассейн еще не очищен после зимы. Мне нужно убрать весь налет, продезинфицировать воду хлорином, хлориновые таблетки, очиститель, или дословно это слово переводится как плавалка, но я так понимаю, оно плавает в бассейне и очищает его. В общем, очиститель и система контроля воды в моем сарае рядом с бассейном. О, и если у тебя есть еще свободное время, я бы попросил тебя еще об одной услуге. Не видишь ли, я фанат резиновых уточек. К сожалению, мои дети потеряли часть из моей коллекции. Если ты их найдешь где-нибудь на заднем дворике, просто положи их в корзинку, и я добавлю тебе бонусов, если найдешь всех их. Томми. Хорошо, наша задача – выкачать воду, используя систему контроля воды, очистить бассейн с помощью керхера, заполнить бассейн опять-таки с помощью системы контроля воды, заполнить таблетками хлорина вот эту плавалку, в общем, очиститель, будем его так называть, и бросить его в бассейн. Опционально найти всех уточек, 15 штук. Интересно. Так, синий фургончик мне уже сразу же напоминает фургончик из другой замечательной игры. Так, туда мы не пройдем. Значит, нам по-любому сюда. Да, вон там я уже вижу и бассейн. Пока что оценивать игру вообще не очень стоит по всяким настройкам и так далее. К примеру, сейчас невероятные разрывы по вертикальной синхронизации, но настроек в принципе нет, поэтому поделать с этим ничего нельзя. Пока что игра еще только в процессе разработки, дата выхода еще неизвестна. Финальный результат будем уже оценивать, когда игра будет готова полностью. Так, я сразу же здесь осматриваюсь, вдруг уточек замечу. Ух ты, неплохо так. Хороший домик, пространства много. Да домик просто гигантский. Ух ты. Я бы хотел внутрь зайти погулять там. Я вообще не знаю почему, но у меня прям тяга к всяким домам. Исследовать дома, исследовать их архитектуру, исследовать дизайн помещений. Мне прям это очень-очень нравится, смотреть как, где, что устроено. Это радио там? А его можно выключить? На всякий пожарный. Потому что музыка в играх, ну вы знаете. Кстати. Ага. Так-то мы ее несем. Вот это и есть корзинка, да? Так, хорошо. Одну уточку нашли. Я еще вижу уже сразу же. Туда кто-то положил уточку. Бассейн. Бассейн это шикарно. Прямо мечта. Я тоже хотел бы бассейн себе. Ух ты.
О, это уточка, кстати. Слева мы видим наши задачи. Даже подсчет уточек идет. 3 из 15. Удобно. Хорошо, кстати. Сверху там шкала 0%. Это, видимо, результат работы. То есть, сколько мы уже выполнили. Опа, а ты здесь как оказалась? Семь уточек мы уже нашли. Так, это нам пока что не надо. Так, это сарайчик, собственно, в котором тоже все, что нам нужно, есть. Так, он пока что подождет. Мы заняты важным делом, уточками. 8. 9. Ой, еще одну там вижу. Забавно, что добавили такое задание просто чисто для развлечения. Для разнообразия. Стоп. Стоп, заметил случайно еще одну уточку. Давайте мы их найдем сразу всех, еще 4 штуки нужно. И потом уже будем чисто работать, не отвлекаясь. Что там где-то летит? Кстати, еще одна уточка. И вот еще... Нам еще 2 штуки по итогу нужно найти. Эй, тихо, не донес. Так, а может быть тут еще есть? Кстати, прыгать мы не можем. К сожалению. Уточка может и в кустах где-то быть спрятана. Вот, кстати говоря, хорошо, что решил проверить. Еще одна нужна. Но она может быть где угодно. Уточки, они ведь такие. Прячутся в самых неожиданных местах. Так, ну вроде как... Тут вообще ни одной не было. Наверное, они именно на заднем дворике. А тут внутри еще одной нету. Это, наверное, есть вот эта плавалка, этот очиститель, в который нам таблетки нужно позапихивать хлориновые. Стоп, нашел. Нашел я еще одну уточку. Готово. Это задание мы выполнили. Отлично. Теперь приступаем к работе. Так, нельзя тебя чуть-чуть оттолкнуть. Вот так. Итак, опустошить бассейн. Вначале нужно выкачать всю воду. Вода, кстати, красиво сделана. Она настолько грязная, что ж прям густая такая, как желе. Все, это автоматически вернулось в исходное положение. Хорошо. А теперь нужно вычистить бассейн. Как это нам делать? Керхером нам нужно его чистить. А левой кнопкой мыши, да? Ну это уже напоминает прямо Power Wash симулятор. Правда, там это красивее реализовано визуально. Керхер ведь это тот же самый насос. Только здесь он не так красиво работает.
Так, этот пузырик, шарик водяной. Что с ним сделать-то? Катись туда. И ты тоже. Вот давайте к решетке. Нет. Ну и ладно. Так, а что все-таки сделать с этим шариком, пузыриком? Они увеличиваются, они размножаются. Нашествие водяных шариков. И мы всю эту гадость, весь этот налет убираем, он густой такой. Давайте в один большой пузырь. Не знаю, правда, что теперь с ним делать. Бассейн мы, кстати говоря, начистили. Ну да, все чистенько, все теперь красивенько, все хорошо. Нам нужно его обратно заполнить, а мы должны как-то положить, к примеру, керхер. Бросить его на пол. Да, можем мы это сделать. Хорошо. Готово, вот это уже получше. Так, а вот эта плавалка, этот очиститель. Так, нужно... Вот это, наверное... А, нет, вот это есть, вот эта плавалка очистителя. У нас в руках сейчас это, собственно, банка с таблетками. Так, все, положи. Ну да, оно, получается, вот плавает, в нем щели есть, оно через эти щели... Очищает бассейн. Так. Написано положить его в бассейн. Но я положил вроде как. А, его нужно в определенное место положить. А, то есть он как будто вот здесь тоже прицеплен или что? Нет, не прицеплен, но просто нужно было именно сюда его положить, но место подсвечивалось. В принципе, все хорошо. Вот смотрите, чистенький теперь бассейн. Класс. Правда, маленький, то есть здесь, ну, не то что нырнуть, даже проплыть ничего не получится. Разве что зайти просто посидеть в воде. Его бы сделать просто поглубже, чтобы можно было нырнуть. И с двух сторон, чтобы он был глубокий, чтобы хотя бы 3 метра можно было проплыть, и было бы шикарно. И, в принципе, это все, что нам предоставляет демка, очень-очень коротенькая, но давайте мы подведем первоначальные итоги. Как я и говорил, оценивать мы мало что сейчас можем. В основном только саму идею, так как игра еще разрабатывается и будет многое, видимо, меняться, настройки и так далее. Но мне уже нравится эта идея, это очень любопытно, и я буду ждать полную игру, потому что хочу посмотреть, как же будет все это реализовано в финальной версии. Мне было очень даже любопытно, по крайней мере, вот этот маленький бассейнчик очистить, посмотреть, как это делается. Не очень красиво выглядела работа с керхером, конечно, это вам не Power Wash Simulator, здесь как-то оно визуально было, ну, как-то, ну, не очень красиво, не так приятно, как...
как в PowerWash-симуляторе, поливать водичкой. Там поинтереснее. Но сама по себе вот эта игра будет определенно тоже интересной, и я ее буду ждать. Надеюсь, ребята, вам тоже было интересно. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока.